Ребятки, всем огромнейший привет, добро пожаловать на славный мукбанг. У меня сегодня такой вот типа супчик, короче, картошка с курочкой, зажаркой, салатик, буженинка из индейки, хлеб бездрожжевой, коктейль шоколадный, ну и все. Да. Так, ну что, я вот хочу попробовать, мы съездили, короче, купили в светофоре. Хочу попробовать. Это собаки. Вкусно. Всем приятного. Лучок. Чесночок. Салатик. Много-много зелени. Кстати, зелень уже наша. С огорода, с дачи. Прям бахнула, не пожалела. Голодная, как собака. Купила попробовать вот такой. Это наш изготовляет кировский. С Кирова. 1,5% жирности, короче. Белка 3,1, углевода 4,8. Ну, такой нормальный. Сейчас попробуем. Сейчас заценим. Такой, знаете, как растаявшее шоколадное мороженое. Чесночок. Как у вас дела? Как настроение? Что слышно про прививки? Я так-то. Вкусняшка. Не собираюсь делать. Вообще, я слышала, короче, что даже детей, вот кто учится в школах, заставят делать прививку, дальше не пустят. Понимаете? Что-то назревает народ. Вот мне прям так кажется. Прям пятая точка чувствую. Не просто все это так. Люди дают колоть в себя непроверенную вакцину вообще. Вакцины, прививки вот эти вот вакцины, проверяются годами, испытываются. А тут просто за 3 или за 4 месяца. Хрясь. А сегодня прочитала, короче, у нас глава республики, у нас какой-то там спутник, то ли что, короче, закончился. А он сказал, колите тем, что есть. Короче, что есть, то и колите. Вообще насрать, понимаете? Беспредел. Просто беспредел. Кто укололся из вас?
Я очень давно не ела суп. Вот горячий, жидкий. Прям очень соскучилась по супчику. Планирую на 20 число пародию замутить. Какую-нибудь. Я знаю, что вы ждете. Кстати, спасибо большое, что подписываетесь. Я прям очень рада. Очень рада. Спасибо вам огромное. Спасибо тем, кто смотрит рекламу от начала до конца. Вы у меня вообще молодцы. Огромное вам спасибо, ребят, за поддержку. Вот если бы не вы, тогда бы мне ничего не капало бы. А так вот какая-то копеечка. Все равно приятно. Жду пин-код, когда придет. Прям отваливается. Я так долго вчера варила курочку. Прям очень долго. Буженина. Взяли, короче, два по цене одной, вот эти большие куски там. В герметичной упаковке. Очень вкусная. Из индейки. Ждет. Нос твой тянет. Да, Белуша. Ты вкусняшку ждешь. Это кто? На, носик. Все, она делами занимается, ванну моет. Еще вчера было сказано, чтобы ванну мыла. О, я забыла. Поэтому сейчас моет. Капец, ребят, мне убрали, короче, гормона. Одну таблетку. Осталась у меня одна. И вот тут без всякой диеты. Я ничем себя почти не ограничиваю. Я ем сладкое. Единственное, что не ем, мучное. Вот хлеб у меня бездрожжевой. Черный, цельнозерновой. Я могу съесть печенюшки, конфеты, вафли, пряники. И очень сейчас полюбила эти. Но я их раньше любила, сейчас просто их ем, эти, как его, сочники с творогом. Просто обожаю. Я скинула 4 килограмма, куда они делись вообще? Я так рада. Без всяких диет. Я вообще, народ, не предрасположена к ожирению, там, к толстению, к какому-то там прибавлению веса. У меня такого нету. Я всю свою жизнь весила 50 с чем-то килограмм. У меня гормональный сбой начался, вот когда вот здесь вот операцию сделали, паращитовидные железы вырезали. Начался гормональный сбой. Я начала поправляться. Очень быстро. А после пересадки так вообще и десятку набрала за целый год.
Сейчас 4 скинула. Само по себе. А то села тут на диету, на которую мне вообще садиться нельзя было. Идиотка. Ку-ку. Хочу, короче, купить арбуз, а что-то мне сыкотно. Что-то очко жим-жим. Мне все кажется, что попадется какое-то говнище розовое. Не красный и не сладкий. Вообще-то знаешь, надо покупать в августе волосина Белкина или Марсиковская. В августе или в сентябре, вот тогда самый пик. Но мне сейчас хочется арбуза. Прям хочется. Ребят, я 8 лет не ела арбуза. А в том году себе позволила. Пожалуйста, купила. И то, попадаешь в говно какое-то. У нас сегодня так прохладненько. Дождик немножко капает. Не душно и не холодно. 20-ка. Все, я наелась. Очень вкусная фигня. Прям обалденно. Там еще был аж этот, как его, банановый. Я взяла молочный с какао, вот такой вот у нас. Вятушка кировский. Киров, короче, производит. Ну все, народ, спасибо, что покушали со мной. Ну, такой разговор ни о чем был, обо всем, о чем попало, короче. Ставьте лайки, без дизлайки, подписывайтесь на мой канал, всем буду очень рада. Всем пока-пока.